Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasset Info, а перед нами Samsung Galaxy M52 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе поставить какую-то свою песню на мелодию будильника на телефоне. Для этого сперва нам нужно скачать нужную вам песню или купить подписку на Spotify, то есть выбирайте, если у вас есть подписка, можете с помощью подписки поставить. Если нет, просто скачайте откуда-то, не знаю, на ваше усмотрение. После этого мы заходим в приложение «Часы». В приложении «Часы» мы нажимаем на плюсик, чтобы создать новый будильник, или нажимаем на уже существующий будильник. Дальше нажимаем звук будильника и выбираем, что нам нужно. Если у вас есть подписка на Spotify, нажимаете на Spotify. Если вы хотите какую-то скачанную песню поставить, нажимаете «Мелодия». В правом верхнем углу нажимаем на плюсик. И здесь выбираете снизу треки, альбомы, исполнители там или что угодно. Ищите здесь нужную вам песню, нажимаете на нее. После этого песня у вас появится вот здесь вот, во всех мелодиях появится и ваша песня, и вы сможете ее выбрать. Больше видео о данном девайсе можете найти у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего хорошего. Пока!